Всем привет, кто нашел время зайти ко мне в гости. На моем канале много разных, хороших и проверенных видеорецептов, которые дождались комплиментов не только от членов моей семьи, друзей, но и канала Devia.ru зрителей. Сегодня я вам предлагаю запеченную голень индейки с картошкой. Просто приготовить не нужно много усилий, времени, и 100% все хозяйки дождется комплиментов, так как мясо получается очень сочным и вкусным. Итак, хватаем хорошее настроение, щепоточку любви и отправляемся печь голень индейки. У меня такая крупная голень, почти 4 килограмма. И я еще почистила и порезала 2 килограмма картофеля. Для маринада индейки нам понадобится 10 зубчиков чеснока, полстакана майонеза, который приготовим сами, нажав на ссылку вверху видео, 100 мл оливкового масла, 100 мл соевого соуса, полстакана измельченной зелени, перец, 1 столовая ложка горчицы, которую мы тоже приготовим сами, нажав на ссылку вверху видео. Полный рецепт по ходу видео и в описании под видео. В миску наливаем растительное масло, соевый соус. Через пресс пропускаем зубчики чеснока. Чеснок можно и натереть на мелкой терке. Добавляем майонез, горчицу, перчим и солим по вкусу. И добавляем зелень. У меня замороженный укроп, петрушка и розмарин. Все очень хорошо перемешиваем. На голени индейки из всех сторон сделаем надрезы ножом, чтобы лучше впитался маринад. Теперь всю голень обильно покрываем маринадом. Несколько столовых ложек маринада оставляю и добавляю к картошке. Картошку перемешиваем с маринадом и все оставляем на пару часиков помариноваться. Голень индейки и картошку будем запекать в рукаве для запекания. В пленке ножом делаем пару дырочек, и наша птица летит в духовку, разогретую до 180 градусов на 1,5 часа. Спустя 1,5 часа пленку ножницами открываем и возвращаем в духовку нашу птицу еще на 15 минут, чтобы мясо зарумянилось. Вот такая вкуснота у нас получилась. Мясо очень мягкое, сочное и вкусное. Приятного аппетита! Видеорецепты соленых и маринованных огурчиков, нажав на ссылку вверху видео. Нажимайте и будем готовить вместе. Благодарю всех за поддержку моего канала подпиской, лайками и комментами. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не потерять старых и не пропустить новых видео. А рецепт вкусных литовских цепелинов уже на моем канале. Нажимайте на ссылку вверху и будем готовить вместе. Пусть вас сопровождает добро и улыбка. А я, как всегда, буду вас ждать на моем канале. Пока-пока!